Тишину, пожалуйста. Прошу, сеньоры, успокойтесь. Не будем смешивать диету с религией. Перед вами шведский стол, где вы можете угощаться, пока не наедитесь. По древней традиции буддийского поста, музыку, как сказал мой коллега, монахи представляли себе свое любимое блюдо – древесные стружки с гарниром из песка. Мы же подумали о более близкой диете, более средиземноморской. Вот-вот. Прошу, берите тарелки и подходите. Минутку, 5 минут концентрации. Поднимите руки вот так, как мы. Надавите на виски и закройте глаза. Начинаем глубоко дышать. Носом? А что, ушами, что ли? Дышите глубже. Запах еды разносится по комнате. Как только услышите слово «бибо», вы откроете глаза и посмотрите на ваши тарелки. Внимание! Вдох. 1, 2, 3, бибо! Дыня. Ветчина и инжир. Коктейль из креветок. Там первые блюда. Тальолини с лососем. Спагетти алла кекка. Холодный минестроне. Спокойно, сеньоры, не толкайтесь. Оставьте там что-то поесть. Спокойно. Здесь у нас мясо, рыба. А здесь фрукты, яблоки, груши, абрикосы и десерт. Вино уже в вашем бокале на столе. Белое и очень легкое.